путешествие приветствует вас в Праге. Знаете ли вы, что почти каждый дом в центре Праги хранит свои секреты, тайны, мифы и легенды, и не каждому захочет их открывать, только самым смелым и любознательным. Итак, вы готовы? Значит, в путь! Будет ужасно интересно! Правитель Чехии Карл IV, весьма почитаемый своим народом, осуществил перестройку города, опираясь на советы астрологов. В итоге Прага оказалась разделена на 12 частей, каждая из которых символизировала определенный знак зодиака. Также, если взглянуть на карту города тех времен, можно заметить три креста, пересекающихся в самой важной по утверждению астрологов точке. Возможно, именно поэтому здесь так комфортно чувствуют себя призраки и прочие обитатели потустороннего мира. Начиная со Староместской площади, постоянной свидетельницы невиданных и мистических превращений, мы, вглядываясь в причудливые формы, которые обретают здания с наступлением сумерек, и пройдемся по самым таинственным местам Праги. Экскурсия позволит приоткрыть тайны средневековых алхимиков и почерпнуть для себя много интересного и захватывающего. Мы окунемся в атмосферу алхимиков, астрологов, магов, чародеев, масонов и шарлатанов. Вы увидите, что, казалось бы, привычные вещи здесь, в Праге, принимают мистический характер и необъяснимые формы. Самое важное – не терять бдительности. Если вы ярый поклонник мистики и этой экскурсии вам станет мало, канал «Влюбленные в путешествия» настоятельно рекомендует посетить музей алхимии и мистики, сделать фото на Золотой улочке, спуститься к реке Чертовки, посетить замок с привидением, узнать о 27 крестах на Староместской площади, о Либуше, о безголовом рыцаре, ну и, конечно, отправиться к старой синагоге, месту, где обитал голем. Кстати, на экскурсии «Мистическая Прага» вас ждет сюрприз в виде костюмированного гида. Все это оставит незабываемое впечатление о таинственной и гостеприимной Праге. Поэтому путешествуйте, друзья! От путешествий только польза!